Сейчас на смотровой площадке город Хельсинки, рядом с портом. Вот он, порт. А на смотровой площадке на крыше торгового центра стоит военный самолет. Снег здесь такой чистый, что прямо ослепляет. Белоснежный просто. Военный MG-30, финский, вот что-то по-фински написано, а когда открываешь внутренности, то видишь, что здесь по-русски все. Сигнализатор давления, вот таблички, а вот сжатый газ, тут график зарядки. Получается, что внутри он из российских деталей. Не знаю, что это за птица. Вот на льдине одна стоит. Вот большой паром. И вот еще один. Огромный кораблик. Привет, зверушка неведомая. Как тебя зовут? Не хочешь здороваться со мной? Ругаешься? Привет, малыш. Ну давай, скажи что-нибудь. Ну скажи мне что-нибудь. Вот, давай еще. Вид красивый. Сидит, любуется видом, кораблем. Корабль отправляется. А на этом мое путешествие по Финляндии заканчивается. Я уже достаточно замерз, и пора бы мне поехать домой. Сейчас за мной приедет машина, и мы помчим в Санкт-Петербург. Езжай еще. The sun is